Хей-хей, хай-хоу, катане, змістан гара-гра глаз, и сегодня мы поиграем в XSYO. XSYO. Первый раз буду смотреть эту игру. Не знаю, как там что. Я как понял, это что-то похожее на арчеру. Единственное, ваш герой может сам стрелять. Я очень люблю арчера, в него периодически до сих пор захожу. Вот. Первый раз сюда, так сказать, зашел. Сейчас первый раз буду смотреть вот эту игру. XSYO называется. Давайте сейчас сразу назовем как-нибудь нарядно. Игроглаз я буду, да. Ну и пошли играть. Пока что не буду смотреть ничего. Никакие снаряжения, просто попробуем. Единственное, я прошел туториал. Там в туториале, собственно, ничего нет. Абсолютно. Нужно какие-то, наверное, штучки собирать. Господи, как тяжело. А-а-а! Господи. А что он меня не убил, интересно? Странно. Так его кто-то убил другой. Кажется, он по мою душеньку идет. Блин, у меня мышь плохо слушается меня. Ну вот, я его убил. И могу взять что-то. Давайте крит. Почему-то он меня не убил, наверное, потому что я очень маленький. Может, поэтому. Ну, чё, это его проблемы. Очень неудобно в эту игру играть, честно говоря, прям ужасно. А-а-а! Почему-то меня он не нападает, может, какие-нибудь эти боты, я не знаю. Урон от пинка. Увеличу урон. Так меня кто-то тоже убил, что ли? Какой-то тут лекарь. Перк. Понятно. Ну, блин. К сожалению, я очень не люблю управление. Вот тут надо мышкой вот так вот очень неудобно водить. Наверное, если подключить джойстик, то эта игра станет гораздо лучше. Все по мою душеньку отправились. Ну, не знаю, там попал в кого-то или нет. Кажется, попал. Так, давайте яд возьмем. Бля. Да, не, возражаться я не хочу. И чего, конец, что ли? А, ну все. Окей. Что-то мы получили. Какие-то сундуки, какие-то уровни. Все круто, но ужасное управление, конечно. То есть на телефоне, наверное, удобно в это играть, а вот на компьютере я же мышкой. Это просто ад. Так, ладно, открываем сундук. Господи. Ну, извиняюсь за рекламу, которую мне почему-то всунули. Я не хотел ее смотреть. Ну, потерпим, сейчас она кончится. Да, похоже чем-то на арчеру это все дело. Окей, дали мне какую-то броню. Где ее одеть-то на себя? Снаряжение. Топор. Надеть. Я себе одел топор и... 95, 100, 350. Ну, скорость бега побыстрее будет. Да ладно, фиг с ним, это какая-то фигня. А вот топор получше стал, 160, а был 100. Да. Так, сейчас я сделаю музяку чуть потише. Все, просто смотрел фильм, поэтому у меня выкручено все очень. Вот. Так, ну, короче, я вот второй уровень. Можно смотреть в больших количествах. Рекламу в этой игре, что, конечно, замечательно. Это Battle Royale. То есть, я как понимаю, тут... если умираешь, то умираешь. Что печально. Так, нужен джойстик для этой игры. Блин. А-а-а! То, что я стою на месте. Блин, где мышь? Да блядское... Просто управление, хочется кого-то убить. Сука! Еще раз. Во. Вот я кого-то долбанул. Скорость бега возьму. О, как я удачно-то. Прям я профессионал, ёпперный штетятор. Ой-ой-ой! Тут ты с управления лажаешь. Ой-ой-ой, тут штучка едет.
Да, управление жуть. Ёпнул его. Какой-то дополнительный этап, короче. А, мне нужно полечиться за рекламу. Ну, ёп... Ну, ладно. Ай! То есть, если бы тут было хорошее, нормальное управление, я бы эту игру так любил сильно. Просто ужас. Так я ее люблю, просто средне. В этой игре, блядь, управлять ей сложнее, чем в этом... В Диаблу играть в 100 миллиардов раз. Просто потому, что ты... Вот этой мышкой нельзя далеко мышку отвести. Просто пипец. Скотское управление, конечно. Чего вот эти штучки? Они дают уровни, понятно. Ну, лучше кого-нибудь убивать, чем собирать эту фигню. Ой-ой. Ай. Пиздец мне сейчас будет. Террор на меня он наехал. Че наехал-то? Держи топор. Ай-яй, мышка. Наружка. Какое же ебуческое управление. Просто пиздец. Так, я снова куда-то вылез. Получил какой-то уровень. Бля, вот это вот восстановление здоровья за рекламу, за такое надо убивать разработчиков, я считаю. Ну так, в игре. Не в реальной жизни, конечно. Но вот, мать твою. Это реально тупо. Прям жутко. Ай-яй-яй. Заряд взял. И тут лечилки водятся. Ай. Прилетело. Как же неудобно это. Ебак, это собака. А, новый тип броска пусть будет, я не знаю. Да, ну ебан. Очень ругательная игра. Просто ты играешь в нее и все время хочется материться, потому что очень ебанутое управление. То есть, наверное, если ты играешь на сраном джойстике, то это ничего. А-а-а. Пиздец. Просто пиздец. Кто додумался до такого сраного управления? Может, так на всякий случай просто брать и херачить. Топор, может, кто-нибудь прилетит он. Чё? Хищник. Так, кончается у нас. Чепуха наша. Вот мы тебя ёбнули. Я не знаю, чё, как бы народ многие просто так вот ходит, бродит. Нужно же всех херачить. Ага, тут встречаются, значит, штучки с жизнью. Это батл рояль, надо как бы два живых осталось. То есть я и кто-то еще, походу. То есть, мне надо его... Ну, выебал. А, то есть я выиграл сейчас. Круто, я выиграл. Блин, я выиграл, то есть я вот всех убил. Я молодец. Профессионал. Ну, а вы думали? Ай-яй-яй. Так. Ебучее управление. Чё рекламу все время показывают? Ну ладно. Так, видите, какая нервная игра. А, пошли заново. Чё, я в кого-то попал, что ли? Некогда взять даже ничего. Пытаюсь взять, не могу никак. Поушены лежат в больших количествах. Кто их вообще нет, то их дофига. Ай-яй. Ой-ой. Пытаюсь догнать скотину. Блин. Это боты, что ли, какие-то? Я не знаю, что они такие тупые.
Следующий этап. Там будут более крутые чуваки, видимо, на этом этапе уже. Прилетело человеку. Привет, привет. Еще одному прилетело. Ну вот, меня ёбнули тоже. Здравствуй, Спартак, Спартак. Показали рекламу, которую нельзя пропустить никак. Но это скотство, конечно. Ну ладно. Слушайте, а у меня сейчас что ли была выключена игра? Такой вырезана цензура. Бась, посмотри, у меня была выключена игра. Или нет? Да не, вроде. Ща гляну сам. Ну да хер бы с ним, ладно. Пошли еще. Так. Надо уже какое-то, наверное, оружие нам поновее. Ай-яй. Ебучее управление, я не могу. Просто. Ай-яй. Что, что я не один такой долбоеб, который не умеет играть? А нас тут целая компания. А-а-а! Че? Так, снова. А-а-а! Как же меня бесит реклама, которую нельзя пропустить. Ладно. Игра, которая тебя пригорает постоянно. Оцените. Блин, я бы тебя сейчас оценил на 0 очков просто. Дайте мне сраное кольцо жизни. Это онлайн игра, да. Судя по всему. Так, графика, звуки. Что-то есть еще. Все. Так. Что-нибудь я могу купить? Что-то за рубли продают. Не, за рубли я не хочу. Спасибо. Можно купить новый образ. Но меня... Я вообще не фанат образа. Что это такое? Миссии. Дают миссии. Собираем. Деньги в больших количествах. Прям их много. Ну, разработчики, по крайней мере, они щедрые довольно-таки товарищи. То есть... Вполне. В больших количествах нас балуют всякой дичью. Тут тоже есть вот это вот Season Pass во всех играх, видимо, сейчас такое есть. Что-то в магазине снова мне дают. Ну хорошо. Что-то еще. Так, ладно, давайте оденемся теперь. Где там мой герой? Моднейший. Как его открыть, посмотреть-то? Какие-то перки тут бывают. Ну, перки это хорошо. Скин Санты. Очень вовремя. В июне скин Санты это вот то, что доктор прописал. Я бы просто лучше ничего и не придумал бы. Два кольца, а посередине гвоздик. Ну, на самом деле, вот у меня хороший топорик вполне. Меня все устраивает. Ну, на эти 5000 денег я могу что-нибудь купить-то хоть? Какое-нибудь оружие? Можно что-то улучшить, наверное, улучшить. Ага. Вот оно что, Михалыч. И... Во! И вот оно вырастет, чуть-чуть урон. Ну, ну к черту, я надеюсь найду какую-нибудь синюю штуку. Во, можно адсу убрать. За 89 рублей. Ну, я, кстати, бы это сейчас сделал. Вот, это неплохой вариант. В принципе, игра такая приятная. Мне она нравится. Стоит ли она 89 рублей? Чтобы они с этими адсами от меня отсобачились совсем навсегда. Скоты эти. Ну, ладно. Сейчас куплю.
Бась, я куплю себе за 89 рублей, можно? Чепуху. Ну, потому что я не могу, адцы, это слишком. Сейчас куплю все. Все, купил я эту дичь. Игру купил, можно сказать, за 89 рублей. Ну, 89 рублей мне не жалко, честно говоря. Чтобы нас больше не отвлекали от игры адцами этими дурацкими. Так что, мне кажется, это нормально. Игра, в принципе, неплохая. То есть, мне нравится в нее шпунять. Поэтому я подумал, окей. Очень неудобное управление, но сама игра прикольная. Ай. Блин. А, какое же кривое управление. Просто пиздец. Ну вот. Увеличенный урон возьму. Мне бы какую-нибудь аптечку бы найти. То есть это вот в этой игре это такой survival, ну как он, battle royale. Короче, постепенно сужается территория, должен остаться только один. А именно я, конечно, по-любому должен остаться. О, меч-волчок, вот это шикарно. Сейчас мы тем мечом-волчком. Очень похоже на арчера, только более долбоебическое управление. Сильно. И что, все равно за рекламу? Да ёб... Ну-ка, смотрим. Суки, обманули. Сказали, за 89 рублей отключаешь рекламу. Но ты ее не отключаешь, нифига. Тебе ее продолжают показывать. Ну, дисреспект, короче. Дисреспект. За такие штуки. Ну ладно. Наверное, просто они хотя бы в перерывах между боями не будут показывать рекламу, что уже как бы плюс большой. Ну ладно. Так, едем. Перегрузи игру. Ну давайте попробуем перезагрузить. Может быть, тогда мне эту рекламу уже не будут всовывать везде. Пробуем. Так. Brawl Stars я пробовал, там тоже долбоевическое такое же управление, но как-то мне не очень она понравилась. А вот это она похожа на арчера и этим, так сказать, меня подкупила. Поэтому я решил в нее побегать. Так. Вот я появился где-то. Это подготовительный этап, там где, в общем, проверяют, насколько ты нуб. Ёб твою мать. Во, попал. Ай-яй. Да, управление, просто хочется лицо разбить. Ебать тебя. В копыта. Короче. Проверяем снова, будет ли мне показывать рекламу. Наверное, будут. Да. Ну, в общем. По крайней мере, нам ее не показывают в середине. Это уже играбельнее стало все. Так что ладно. Хотя тоже вот за такие вещи, конечно, по голове хочется кому-то дать. Какой-то сраный перк еще за рекламу. То есть вот ты обязан смотреть много рекламы в этой игре. И от этого никуда не денешься. Чем можно, кстати, рефан сделать мне? Честно говоря, я надеялся, что мне рекламу вообще не придется смотреть. 89 рублей это как бы немало, ну, это копейки, но просто это дело принципа. Если они написали, что отключают рекламу, а она мне показывается все равно. Ну, называется обман. Даже не написали, какая именно реклама не показывает. Они написали просто рекламу отключаем. Неправильно так делать. Я недоволен. Да, ну ладно, пока побегаем. Тем не менее, игра клевая, на самом деле. Если бы не вот эта анальная реклама, которая тебя заставляет все время смотреть,
И не долбоебическое управление еще дополнительно. Но даже с ним играть мне нравится. Хоть, ну, к этому можно привыкнуть, к этому аду. Я пытаюсь. Можно сенсу у мышки тоже немножко отсобачить. Чё меня не бьет, чувак, я не знаю. Наверное, слишком добрый. Вот так тебе в голове. Может, это боты какие-нибудь, я не знаю. Потерянные. Кинг, здорово. Ну, это как бы уже этап второй, тут уже более опытные скоты. Но, тем не менее, в яблочко мы их... Мне нравится топор метать. Всегда приятная просто. Просто она приятная. Попал. Сквозь новый тип броска. Что за бросок? Ого, нихера себе. И туда, и сюда могу. Это я опасный. Ну-ка, стой, скотина, блин. Судья Дред. Блин. С управлением по кому-нибудь попасть, это на самом деле... Ой-ой-ой! Нихера себе, какая опасная херня. Двое живых осталось, я и кто-то еще. Вот он, я вижу, ходит. Да ёпа твою мать! Вот так вот. Ой, пошли еще разочек. Ебическая мышка. Ненавижу эту мышь. Ненавижу управление в этой игре. Нормально. Эй, эй, эй. Размер снаряда. Во. Это я понимаю, топорик. Жик. Кстати, можно ее вплотную долбить. Вот так вот. Не обязательно его бросать. Можно бросать, а можно вплотную. Меч волчок, это рулис. Ну что, сейчас мы всех отхерачим. Все, в этом бою я всех сейчас отдеру. Что за династия? Ой-ой. Ой-ой. Как вас много. Нет, нет. До свидания. Ай, бля. Мамочка. Ай! Прилетело мне. Дайте срочно мне лечилку. Не тут бывают. О, лечилка, лечилка, лечилка. Дрочилка моя. Да труп тут. А-а-а! Сука. Управление ужасное, конечно, просто. Какой-то летающий труп тут. Он летает, походу, чувак, офигеть. Ай! Чё встал-то на место? А, я всех победил. Ну, окей. Ну, наконец-то мы дошли до третьего долбанного этапа. Тут уже будут матерые волки. Видите, сразу начинают по тебе стрелять. И у них уже жизни до хера. Ёб твою мать. Я же все понимаю. Хитрый еще такой. В жопе у них. Ну, ничего. Сейчас мы... Сейчас мы его отдербаним. Что это такое за штучки? Так. Есть. Я сейчас озверею просто от этого управления. Оно ужасное. Просто оно ужасное. Но ничего, пока что. Тут уже серьезный заруб такой прям. Это пройти не так просто. Я хочу играть на эту в игру на телефоне, потому что на этой херне это невозможно просто. Меч-волчок. У меня два их уже.
Так. Спокойненько собираю тут все. Главное, чтобы эта штучка не началась. Я ищу вообще деньги, честно говоря. Ну, что это значит? Наверное, что-нибудь тут появится. Да ебаный ты по голове. Ну, рекламу, да, вот я отключил какую-то рекламу, но все равно дофига показывают скоты. Проводник, здорово. Все равно показывают мне рекламу. Я думал, я ее отключил всю, но они все равно все просят и просят, просят и просят. Посмотри нашу рекламу. Это, конечно, адово. Ну ладно. Но игра хорошая. Игра хорошая, если только управление сделать нормальным. То есть оно просто пиздец. Оно ужасное. Оно ужасное. К этому, наверное, тоже можно привыкнуть, конечно, но... Просто надо за такое управление руки отдавать. Господи. Ну ладно, ничего. Я уже привык даже немножко. Походу, это какие-то боты, что ли, не знаю. Первые вот эти вот. На первом уровне не совсем простые. На втором уже играть немножко умеют. И на третьем уже такие опытные товарищи. Не, ну свои 89 рублей я сейчас зарефандю, конечно. Потому что все равно требует от меня просмотр рекламы, и мне не нравится. Ай-яй-яй. Как же неудобно. Загрызу. Ай. Дайте лечилку, вон лечилка. Бля. Ну что ж, друзья, вот мы посмотрели эту игру, она хорошая вполне. Если вы играете на телефоне, вы вообще будете счастливы, но если вы играете вдруг на компьютере, это ад. Я в нее, не знаю, не буду, наверное, играть. Дали мне какой-то мега-чест, тем не менее, с киркой. Буду рад видеть ваши комментарии, до новых встреч, бай-бо, катана.